Вообще неудобно, когда гаджеты дублируют друг друга. У них есть одни и те же функции, но вы берете какой-то гаджет, у которого на одну функцию больше, и у вас уже практически такой же гаджет, но без функции. Вот простой пример. Смотрите, у вас либо самый тонкий MacBook Air, вы пользуетесь, все классно. Либо же MacBook Pro, в этом случае это 16 дюймов на терабайт, мощная прошечка. И казалось бы, есть у меня MacBook Pro, и мне больше ничего не нужно. Вообще, полностью все супер. А не тут-то было. Смотрите, эти два провода я ношу с собой, чтобы заряжать каждый день iPhone и часы. Вот эти два провода, чтобы просто слушать наушники. Вопрос, почему у меня есть MacBook Pro на терабайт, но нет беспроводных наушников. Но беспроводные наушники тоже есть, это для примера положил. И это все неудобно. И плюс мне нужно подключить флешку в MacBook. Мне нужен какой-то переходник, который поставит точку на всех этих дубликатах. И сегодня на обзоре потрясающее устройство. Это переходник, после которого ни один провод вам не нужен. У него есть все необходимое, чтобы вы пользовались своими гаджетами. Распакуем, покажу. Поехали! Бам! В этой коробочке есть все необходимое. Открываем. Пахнет технологиями и немножко клеем. Ну, видимо, коробочка была проклеена. Вот такой переходничок нас встречает. Посмотрите, он в цвет MacBook. Он в цвет MacBook. И это не все. Здесь маленький пакетик. Годноты. А? Есть кое-что. А вот эта вот часть... Она сделана так же, как и трекпад компьютера. Точно такая же. И поэтому, когда вы подключаете его, дизайн у вас переходит на переходник. Это круто. Я такого еще не видел. Просто какие-то штуки, просто цвет корпуса. Но здесь алюминий такого же цвета, как и здесь. И здесь тачпад такого стеклянного цвета, как и здесь. Это дизайн. И это прикольно. На коробке написано «Открой весь потенциал». И вот почему. Здесь у нас разъемчик HDMI, поддержка Full HD 60 Гц или 4К. Здесь у нас разъемчик USB-C, скорость данных 10 гигабит, он только для данных. Здесь два разъемчика USB 3 и 1, это быстрый USB. Здесь у нас разъемчик Thunderbolt 3, он поддерживает до 40 гигабит передачи данных. Он поддерживает 5К экран или два экрана по 4К, все это 60 Гц и 100 Вт. Вы можете через него заряжать MacBook. То есть, по сути, это один сквозной разъемчик. Дальше у нас разъемчик для SD Card Reader. Это большая полосочка. Это вы флешку достали с камеры и сразу поставили сюда. Поддерживаются флешки до 2 терабайт. А здесь под маленькую карточку microSD Card Reader. Тоже поддерживаются карточки до 2 терабайт. Это все. И еще одна классная фишка. Я беру MacBook. Подключаю переходничок, беру свои к вечеру наполовину уже разряженные Apple Watch, пам, и ложу. Вова, я же записываю. И не берет трубку. Вова, прием. И просто их ложу вот сюда. Зарядка. Здесь беспроводная QI зарядка для ваших телефонов. iPhone 8, iPhone SE, iPhone 11 Pro, Pro Max. И здесь встроенная таблетка с магнитом, которая заряжает Apple Watch. Вы работаете за компьютером, у вас все хорошо, лежат часы. Если у вас iPhone 7, 8 SE... В моем случае это не сработает, но вы положили его вот сюда, и у вас заряжается прямо сейчас телефон, вы можете смотреть уведомления, получать сообщения, и вы можете работать. И телефончик у вас здесь сбоку чилит на зарядочке. Это круто. Это очень удобно. Вам не нужен провод для часов, вам не нужен провод для зарядки айфона, не нужен лайтнинг. Все по беспроводному способу. Положили. Красота. Пока вы часик поработаете, часы зарядились. Круто? Продолжаем.
Смотрите, какие возможности открываются с этим переходником. Начнем с подключения HDMI. Вы можете подключить телевизор, или монитор, или проектор, все что угодно. Начнем с самого масштабного. Вот такой у нас есть мониторчик Acer, HDMI. Я могу подключить и... Пам! Могу настроить, чтобы у меня сейчас было дублирование экранов. Прямо сейчас дублирование экрана. Вы можете просто включить фильм, либо фильм отправить сюда на большой экран и лежать его смотреть с вашего компьютера, подключенного по проводу. Давайте дальше. Что насчет маленького браслетика? Это Mi Band, который заряжается по USB. Могу его подключить? Yes! Пошла зарядка. Маленький браслетик уже заряжается. Дальше могу положить на зарядочку свой Apple Watch. Положил. Зарядка пошла. У меня есть флешка от камеры большая. Есть флешка от GoPro поменьше. Могу их подключить одновременно? Да, я могу с флешки, сразу на флешке сбросить данные. Большая флешка вставляется вот сюда вниз. О, аж компьютер уснул. Маленькая вставляется наверх. Флешка раз. Флешка 2. Могу ли я сюда подключить что-то помасштабнее, например, дрон? Петр DJI. Я его вижу. Вот появился мой дрон. Дрон подключен. Что дальше? У меня есть жесткий диск. Замечательный жесткий диск от Lacy. Он уже идет с Type-C, и я могу проводочком Type-C его подключить прямо вот сюда. Вот здесь будет мой Lacy. И вот сюда подключаю. Жесткий диск подключил. Сейчас он у меня определится. Посмотрим в дисковой утилите. Lacy. Бам! Я подключил свой жесткий диск. И у меня еще остается один разъем. Для чего? Я могу заряжать этот MacBook, ну, либо родным проводком, либо от пауэрбанки. Просто подключаю. Бам! Заряжается MacBook. Вы представляете, все, что я сейчас подключил... Воу, дрон, спасибо. Все, что я сейчас подключил, питается и заряжается, и я могу пользоваться. Я могу подключить дрон, могу подключить две флешки, жесткий диск, заряжается Mi Band, заряжается Apple Watch, заряжается MacBook, подключен внешний монитор, и это все через один переходник. А еще, если у вас телефон поддерживает беспроводную зарядку, вы можете вместо Apple Watch положить на зарядку ваш iPhone, и у вас здесь экран, здесь тачбар, здесь экран компьютера. Apple Watch говорит, подышите. Минутку говорит, подышите Apple Watch. И у вас вот эта вся красота есть, вы можете легко всем пользоваться. Я сейчас извлеку и жесткий диск, и флешку. Все извлечем. И как мне вот прямо сейчас все отсоединить и пойти дальше? Очень просто. Я закрываю компьютер. Я отсоединяю все. И я иду. Все? Да? Это все. И последний лайфхак этого переходничка заключается в том, что вы берете в дорогу или в путешествие только его одного. Подключаете к нему Apple Watch, либо ваш iPhone, который поддерживает беспроводную зарядку. И подключаете его в сеть. И что происходит? Идет зарядка. Вы можете использовать переходник не как ультра-супер-крутой хаб, а просто как беспроводную зарядку. Подключили проводочком, заряжается гаджет. Круто? Круто! Все ссылочки в описании. Переходите, посмотрите, ознакомьтесь, заказывайте, покупайте. Офигенный переходник. До скорого. Подписывайтесь. Какие-то вопросы пишите в комментариях. Пока.